Ну тоже лепь. Так вот, одна з башт Віднакових. Є він та друга. Дозволено чи не передає. От тут мама зробила. Мислила, вже хтось там є. Башта полуднева, южная башня, четверокутная башта полуднева застала реконструирована в тракции прац ревалоризационных, проводзонных у схилку минулого веку. В документах окресляна, яка ангулярис могла иметь 4 кондиции в 16-вечного інвентажа, її два найнижчі позйоми використовано як склад прохов. На третій взглядній четвертій кондиції, якщо так і сняла, полнена була ночна стража, так вона не сохранилась. Ну, в общем, склад очередной воєнної амуніції з порохом, также в бочці з порохом. Сами понимаете, охранять надо было очень-очень усердно. Тоже он для людей, это не для такого, для этих обжимов, великанов. Тут где мы дали? Где мы дали? Тут театр. Александра Федора. Сам театр. Где мы? Или он здесь? Да, можно. Угу. Уже это все добро. Зайдите. Ага, ты не. Тише. То есть деденец. Блин, вот так мы вышли. И вот сидим и далее. Там есть какие-то спирницы.
Шишашин, там теж додають заня. Так, так. І пізній ногою. Знову йдемо до півниці. Спочатку йдемо тут. Тут якісь поміщення господарчі. Тут є вистава образів новочесних. Водне, видно, з всім. Ну, мені треба буде сесть по ній і пізній зробити. А спочатку прийдемо з камерою. Летимо. Ну, вон там старий мост. Там же була Любуська. Така штука тих узор. Якісь жиди співають, хасіди. Ну, еще добавим, что кроме всего прочего, о чем мы говорили выше, крепость до сих пор является резиденцией вышеупомянутого драматического общества. От бывшего здания ведут въездные ворота, флигель с двумя башнями по углам с смотровыми площадками, в которых видны очертания зданий, стоявших во дворе замка, ну и, к сожалению, не сохранившегося. Это копия стен ротонды и палатиума, обнаруженных в ходе многолетних раскопок. Фактически остатки этих построек расположены глубже, и то, что вы видите, друзья, было сделано из тех же материалов, что и изначально, что примечательно. Najlepszy fundament zdrowego życia i dołącz do programu edukacji. І ви на башті, на остатній башті. Пізні зробимо з дінця тих осіб. Ну, от такі невеликі замок. Казіміжовські. Ужасы. Ужасы.
Вот нам запалили светло. Вот надеюсь, что мы увидим на той остатней башне. Мост на база. Мост Брама. Шумейская. Видать, стон гвинтовый цене цікаво. Вот у меня. Бата башта трошки вище от танки. Не, а яблоково. Але было так громко. Ну то все зачина хмурить. Во время правления Казимира Великого на холме высотой 270 метров над уровнем моря, на месте деревянной крепости, где раньше Болеслав Храбрый возвел кирпичную ротонду со зданием, называемым Палатиумом, после 1340 года был возведен первый замок, названный в честь короля замок Казимежовский. Готическая крепость, от которой до сих пор сохранились стрельчатые въездные ворота, была, однако, разрушена в конце 15 века. Петр Кмита, староста, не только перестроил этот замок, но и расширил, добавив бастионы для усиления обороны. Построенное в плане четыреугольника, здание имело три круглые башни по углам и четырехгранную башню. При главном замке со стороны входа находился укрепленный двор, окруженный деревянной оградой, валами и частоколом. Он выполнял хозяйственные функции и служил наблюдательным пунктом. Ворота в замок имели железные и деревянные двери, а доступ в крепость затруднял ров, через который был перекинут подъемный мост. Все это, конечно, только по гравюрам и упоминаниям историческим не сохранилось в натуре. Еще одна реконструкция здания главного замка была произведена 1616-1633 годах при Михаиле Красицком, когда были подняты две башни, отделаны парапетами в стиле маньеризма, а одно из крыльев было преобразовано в жилой дом, украшенный галереей. Но мы уже отмечали желание этого старосты богатого и, кстати, аристократического придать особую пышность месту своего, так сказать, пребывания, где он вообще-то и хотел сделать свой родовой замок. Староста вот именно эту резиденцию хотел также сделать похожей, о чем мы уже говорили, на замок в Красичине, что не было реализовано в полной мере. К сожалению, в 1600
1933 году флигель и часть замка были разрушены. Последний владелец, староста Мартин Контский, хотел лишь укрепить только оборону его, а все остальные вещи и детали его не интересовали. На наш балкон есть.